Для меня настоящий друг мама. За их путешествием следил весь край. Они тронули сердца наших зрителей. Пора узнать этих ребят получше. Как они оказались в детских домах? Попал я в детский дом очень легко, очень простым способом. Тяжело об этом говорить. Обижены ли на судьбу и родителей? Если Бог дал, значит, знал, что выдержу. Ну, я точно знаю то, что мои родители не виноваты. И о чем мечтают сегодня? Хотел я стать поваром. То есть, как будто сердце говорит, то, что на повара хочу, и все. Они обо всем расскажут сами. Дети из детских домов, они такие же обычные дети, как обычные дети. «Сердце километры. Жизнь после проекта». В сентябре в программе «Утро на Енисее». При поддержке компании «Красцветмет».